Спонсор этого видео – Тютчев. Это харизматичный автор, на канале которого вы найдете множество интересных видосов по хойке с различными модами. Да и просто он вытворяет интересные вещи в ваниле. А также еще он проводит стримы и играет с подписчиками. Он очень тесно с ними общается. Переходите по ссылке в описании, заценивайте контент, особенно по ТНО, и подписывайтесь. Рекомендую. Всем привет, с вами Эмбра. Наша кампания за Украину сейчас продолжается. В этой серии нам нужно будет обязательно сделать некоторые вещи. А именно, мы должны уже начинать повышать популярность партии «Украинская народная партия РУХ», ну, по-русски «Народное движение Украины», а и не конкретно вот партии, как мы это обычно там делаем здесь. Это идеология, это не партии. У каждой идеологии есть свой набор партий, как я уже вам это показывал в первой серии. Так вот, мы должны конкретно в западной идеологии повысить популярность этой вот партии. И желательно, конечно же, олигархов здесь приструнить, компроматик накатать. А есть еще партия регионов, вот она сейчас самая популярная, но это реакционеры. Вот, она нам не нужна. Я тоже, кстати, будет желательно атаковать. И везде требуется много политвласти. Смотрите, здесь на минус 2%, чтобы компроматика накатать, нужно 100 политки. Чтобы повысить популярность на 2%, нужно еще 100 политки. Поэтому, так, просто здесь не разгуляешься без огромного числа политвласти. Хотя вроде 700, это же дофигища, ну нифига. А нам же, знаете, что еще проблему доставляет? То, что мы сейчас реформы-то понапроводили, из-за чего у нас, ну, еще соцобеспечение более-менее. Это тоже. А вот образование на среднем уровне находится. Полиция тоже. Это все требует большого количества денег. Также еще вот это вот. А есть еще, вот, кстати, администрация, если повысить до максимума, то здесь прирост политики станет прям на очень большом уровне таком. Но еще, кстати, скорость строительства военных заводов подрастет. Но на это требуется большое количество денег. Ну, относительно, конечно, всех наших доходов, расходов, которые мы имеем на данный момент. Так-то это мало. За, кстати, Нигерию, там у нас был какой-то баг, наша администрация не требовала вообще денег. Всю игру, ни копейки я не отдал за администрацию. Со старта игры я поставил максимальный, и мы довольствовались политикой, стабильностью 2% и скоростью строительства военных заводов. Здесь же придется деньги отваливать. Хотя здесь 0.1, а здесь 0.3. Не сильно большая разница, но тем не менее она будет ощутима. Ох, ё-моё, минус 0.11. А процентная ставочка сейчас у нас 5. Еще секундочку, там помотаем время, будет уже 10. Вот просто чекайте. Ладно, сейчас коррупцию чуть понизим, с деньгами должна ситуация будет улучшиться. И еще, насчет налогов. Да, там пишут, повышай до 30, посмотри, как у других стран. Да, но у них есть фабрики, понимаете? У нас же сейчас фабрик 4 штучки. Из торговли, причем получаем мы сейчас 4 штучки. Своих фабрик, я так понимаю, у нас нет. Все они уходят на гражданские нужды. Так вот, если мы начнем повышать налоги, а здесь можем повысить на процентов еще 6, чтобы было 20, и разницы мы не почувствуем. В денежках это особо-то не отразится. А вот фабрику могут отобрать, а это уже больно. Чтобы что-то здесь почувствовать по деньгам, мы должны повысить до 30%. Чтобы повысить на единичку, на 1%, нам нужно 50 политвласти. Так что мы не дойдем до этого числа необходимого нам. Либо же дойдем, но на все остальное политики не останется. Так что здесь у нас очень много противоречивых моментов. И все потихонечку решать нельзя. Нужно понять, что для нас важнее, и то исправлять. Хотя, наверное, вариант этот тоже не сработает. Ладно, посмотрим. Сейчас здесь, кстати, насчет стабильности, да, у нас еще одна проблема, это вот стабильность. Шанс восстания 14, если будет 15. Начнется большая проблема, тут так и написано. Революция. Вот. Но здесь контрабанда ударного арсенала. Понизит она вероятность восстания. Ну и стабильность, конечно, тоже, ну, 59 так пойдет. Но еще, кстати, получим и калаши. АК-74 с некоторым шансом, такое неплохое количество. Хотя у нас сейчас калаши, сколько? 11 винтовки. А, минус 2500. Оу. Так что да, они нам нужны. Но, кстати, чем больше снаряжения у нас и техники лежит на складе, тем больше мы денег тратим на оборону. Вот, 0.04. У нас сейчас оборона. Она, конечно, зависит еще от вот этого. Если поставить максимум и накопить кучу техники и снаряги, то можно вообще офигеть. Раньше, кстати, я этого не знал и думал, что у меня вот каждый раз все дороже и дороже она обходится. Думаю, ну, развиваемся, значит. А нет, это все-таки, да, там еще раньше в комментах писали, то, что чем больше этого всего у тебя здесь забито на складах, тем дороже все это содержать. Ну, есть вариант вообще, на самом деле, это все, так понимаю, удалять. Ну, как-то жалко, что ли, там БТРы удалять. Да еще непонятно, БТРы, винтовки, они сколько там стоят в плане содержания. Может, столько же там? Одна единица, одна монетка? Типа такого. Это вот непонятно, это нигде не сказано. Ладно, сейчас по деньгам у нас ситуация. Я обновил просто ее. Минус 0.12, да. Ладно, после этого мы сейчас погоним вот сюда, вот выйдем в революцию достоинства. Здесь мы еще тот самый надздух немного сбавим по дебафам. После этого выйдем сюда вот. А дальше нам нужно еще разбираться с олигархами. Это тоже наша большая проблема. Посремся мы с ними
конечно. Сейчас отношения, я неплохо так улучшил, оно уже восторженное. Прям хорошо так бонусы, ну, и на ресурсы, и на гражданские фабрики дает. Как бы классно, это олигархи. Олигархи никогда не классно, когда они власти, тем более, находятся. И выйдем вот сюда вот. Тут еще гражданская промышленность. Поменяем партию и станем кандидатом в ЕС. Потом у нас открываются уже дальнейшие фокусы. Огромные блоки фокусов тут. Это прям отдельные блоки. Я уже сейчас объединяю позицию. Только вот смотрите, в чем у нас проблемочка-то возникла. Так, грядущее банкротство. Правительство неправильно распорядилось средствами. Страна сейчас находится в таком положении, когда правительству необходимо бороться с растущим долговым кризисом. Примечание. После того, как эта категория решений станет активной или видимой, вы начнете получать события, которые различаются по степени серьезности. Так вот, у нас сейчас процентная ставочка 13, хотя раньше было 5. Там было 100 тысяч миллиардов долга, сейчас 124. Ну, как-то непривычно видеть такие огромные проценты. Там мы не так давно за США играли, за Нигерию. Хотя за Нигерию мы там развились. В начале игры долг не копили, а здесь он копится по факту. И поэтому, да, нужно сейчас думать, как поступать. То есть здесь геймплей в этом моде очень хорош в плане инвестиций. Тут можно брать, инвестировать. Это все прикольно, красивые денежки, плюс инвестиции, дивиденды. Ну, если у тебя есть деньги, в принципе, а у нас их нет совсем. Так, ну вообще, можно поступить исторично. Давайте поищем иностранные кредиты. Мне кажется, это для нас будет выгоднее, чем сейчас пытаться как-то исправить данную ситуацию. Давайте. Да, международные банкиры, конечно, сейчас ухудшат с нами отношения, но я бы на самом деле бы тоже их отсюда нафиг бы убрал, когда наша ситуация улучшится. Они мне тоже не нравятся. Лучше поставить там владельцев малого бизнеса. Духовенства чего бы нет. Землевладельцы, профсоюзы, военно-промышленные комплексы. Это, кстати, тоже нужно будет... Эти, блин, банкиры, да смысл в них? Ладно, давайте пока что ими воспользуемся. Итак, проблема долга Украины стала настолько острой, что у нас практически нет шансов не погасить ее, не даже выполнить текущие процентные платежи. Но хотя времена плохие, у нас не всегда есть варианты. Если мы можем заставить другую страну рефинансировать наш долг, это позволило бы нам значительно сократить процентные платежи. Но любая такая помощь будет идти с дополнительными условиями. Их политическое влияние на нас резко возрастет и ограничит нашу независимость от иностранного влияния. Они, вероятно, хотели бы также и военного доступа. По влиянию, кстати, Россия влияет на нас на 23%, Польша на 15%, США 12%, Германия 8%, Турция 2%. Ну, вообще, нам предлагают попросить помощи у русских, у Польши и у Америки. Ну, то есть, топ-3 стран, которые на нас влияют, вот они нам обычно кредиты выдают. Про МВФ здесь, кстати, слова не сказано. Хотя, я думаю, он тоже в топе по выдаче кредитов для Украины. Так, ну, вообще, лучше выбирать того, кто все-таки наименьший процент имеет, это Америка, да и тем более, какая Россия. Мы-то сами знаете, куда движемся. Да и, думаю, у Америки есть деньги, спокойно, и пофиг на долг, она может деньги раздавать нам спокойно. Поэтому давайте попросим у Америки помощи. Пожалуйста, Америка. Ну, может, друзья, давай по-нормальному что-нибудь. О, предоставляет помощь. На вчерашней встрече на высшем уровне в США между Биллом Клинтоном и Петро Порошенко американцы пообещали выручить нас. Однако, спасая нас от банкротства, он просит предоставить Соединенным Штатам Америки длинный список политических уступок, в том числе предоставить им военный доступ. Хорошо. Но, кстати, процентная ставка по долгам снизится на 10%. Это навсегда? Блин, а если это навсегда, то это же вообще имба. 10% это офигеть. У нас сейчас процентная ставка 3%. Ну, это как бы мало считается в цивилизованном обществе. Это мало. А ну-ка, что у нас сейчас по сальдо? -0.04. О, хоть не -0.15. 0.4, это, конечно, хорошо. Но теперь это можно выйти в ноль, исправив ситуацию таким вот образом. Сейчас еще раз понизив коррупцию, вот здесь вот. И что-то здесь понизив. Вот, допустим, образование. Ну да, оно очень дорого нам обходится. Если так посмотреть тут, то образование... Ух, сколько... Вот здравоохранение, соцобеспечение как-то вообще копеечки требует. Да, оно немного берет. Да даже и безопасность внутренняя тоже немного требует. Оборона, конечно, многовато хавает. Ну, что уж поделать. Давайте возьмем все-таки минимальную поддержку образования. Угу. Ну, бонус, конечно, вкусный. Плюс 10% исследований, темп. Это, да, класс. И у нас тем более 3 ячейки. Это хорошо поможет нам продвигаться, если мы будем дальше повышать, но пока не будем. Опа. Итак, что по деньгам? Ну, вышли, по сути, в ноль, да? Нет, там минус есть, но он очень маленький. Но это почти ноль. А сейчас политки у нас 800. Сейчас коррупцию понизим, будет еще, конечно, меньше. Но если повышать здесь, оно, кстати, не сильно требует много денег. Хм. А вообще вариант взять вот это, потом повысить просто налоги. Когда у нас фабрики построятся? Только после вот этого такое проделать. Это было бы вполне себе, на самом деле, неплохое такое решение. Но еще нас выручает то, что быстрый рост, тут будь у нас стагнация или, не дай бог, там рецессия с депрессией, мы вообще бы скатились по полной программе. Но пока нормуль. Здесь это все требует денег. Ну, кроме, конечно, военных заводов. Они еще бесплатные, что ли, да? Вау, они бесплатные. Да? Да вроде да. А, нет, всем написано. Платные все-таки, да и терные, там не было написано. Жесть. Вот обманули, а?
А, сюда еще политкой тратить нужно. Ну, давайте все-таки пока что лучше трогать не будем. Я все же сейчас немножко еще, ну как немножко, насколько смог, понизил, взял минимальные военные расходы, потому что сейчас нам, по сути, эти бонусы, да и не нужны. Да, они как бы классные, но мы военные заводы не строим, продукция у нас и так фигово производится, нам пофиг на эти проценты. Кстати, по винтовку в плюс мы вышли. Зато теперь... минус 0,02. Да что ж такое-то, а? Это проклятие какое-то. Мы никогда в ноль не выйдем. Итак, давайте план противодействия коррупции сейчас придумаем. Коррупция — нормальное явление для Украины. Самым ярким примером этого будет наш активный генеральный штаб. Украина на пике своего развития насчитывала около 450 генералов. Некоторые из них ни дня не прослужили солдатской жизни. Мы должны сосредоточиться на искоренении коррупции, которая сейчас является нормой в нашем обществе. Она сейчас станет у нас систематической. Это, кстати, ну, уже считается таким более-менее приемлемым уровнем. Понижать дальше? Это, конечно, да, это круто, но тогда уже политкам особо-то и получать не будем. У нас прирост 2,5, и то до половиночки не дотягивает. Поэтому пока что посидим на систематической. А дальше это уже понижать, ну, вопрос времени. У нас пока что другой вопрос стоит. А именно, конституционная реформа, либо же уменьшение государства. В первом варианте в конституции есть некоторые положения, которые препятствуют истинному осуществлению свободы. Лучший способ добиться этого — обсудить с людьми, что они хотят видеть в новых реформах. Пора преобразовать украинское правительство в правительство для людей, созданное людьми. А здесь правительство слишком сильно вмешивалось в автономию областей. Мы должны подтолкнуть людей к тому, чтобы они сами могли решать в своих регионах. Правительство не является задачей правительства решать за людей, что они хотят видеть в будущем. А, угу. Ух ты, ё-моё, сколько тут всего произошло, меня аж по ушам ударило. Словения, Словакия вступают в НАТО, Румыния, Литва, Латвия, Эстония. Ё-моё, там, наверное, в России сейчас немного поджалось что-то. Ладно, так, здесь, слушайте, я так смотрю, а бонусы-то ведь везде одинаковые. То есть здесь просто повысится вот, до крупного гражданского управления. У нас администрация, поэтому по сути... Но мне, знаете, мне как-то, наверное, больше нравится первый вариант, потому что это что-то тут про федерацию нам втирают. Первый вариант, он как бы крут. Мы станем более просто демократической страной, либеральной, позволив людям больше влияния оказывать на политику. Они будут решать то, что хотят видеть в наших новых реформах. Это звучит круче. Хотя противоречие страны, это ж можно брать и то, и другое вроде. Ладно, странный, конечно, фокус. Возьму и вот это, и выйдем мы разобраться с олигархами. Ну, кстати, на самом деле, помните, я в первой серии втирал вам про то, что здесь такие ужасные регионы огромные? Ну, просто, ну что, Курск какой-то, и Орел, и Брянск в себя впихнул, а здесь то же самое. Но на самом деле, как вы знаете, чтобы здесь повысить уровень ВВП, нужно полностью все ячейки в стране застроить постройками. То есть мы сейчас построим здесь фабрики, здесь, в Крыму одну, все. И наш уровень ВВП вырастет до следующего показателя, уже 4000 будет. Конечно, прирост населения упадет, но зато будет у нас тут уже и темп исследований более-менее. Скорость строительства, конечно, тоже упадет. Но, как бы, здесь бонусов не сильно-то, на самом деле, много от повышения ВВП, я так смотрю. Хоть бы давали бы там денежки как-нибудь. Максимум фабрик в регионе, да, денежек они особо не дают, что жалко. Это просто как-то неприятно видеть, что здесь написано, что вот с показателем $2000 на человека большинство населения живет в бедности. А здесь... Ну, страна довольно бедна, но большинство семей могут позволить себе хотя бы элементарные бытовые принадлежности. Так что давайте хотя бы к этому будем пока что стремиться. Нам для этого нужно построить 1, 2, 3, 4, 5 фабрик. Угу. Пятерочку забахать. А с нашей скоростью строительства, да и количеством самих фабрик, которые занимаются строительством других фабрик, мы, в общем, будем долго, походу, это делать. Особенно если аналоги повыше. Так это же вообще все. ВВП наше встанет просто. Да? А у тебя как ситуация? Ну, ты потихонечку, я смотрю, да? Ох, экономический бум, да? Кто бы сомневался? Да. Ладно, олигархи — это чума в нашей великой стране. Отсутствие заслуг в большинстве офисов привело к тому, что наша страна превратилась не более чем в выгребную яму коррупции. В наших интересах начать устранение ущерба, нанесенного этими паразитами. С олигархами нужно разобраться. Так, посоримся мы с ними, конечно, они с нами сейчас имеют одобрительное мнение, но оно станет увлеченным. То есть мы с ними посоримся, мы такие, все, мы больше с Петром Порошенко не одобрительны, мы просто увлечены. Зайдите к нам вечером. Вот. Ну, как бы здесь зато хотя бы нас дух, смотрите, порежется. И нейтралы, то есть олигархи, потеряют 10% поддержки. Их поддерживают еще, да? Олигархов. 21 век. Еще и политку сверху насыплют. И еще. Здесь у нас сейчас поддержка нейтралов 46%. А, нейтралы, они... А, у нас упадет поддержка и олигархов, и нашего текущего правительства, потому что социалистическая партия, она находится в одном идеологическом блоке с олигархами.
Я тебя чувствую. В итоге сейчас все пострадает, а не только олигархи. Давайте мы сейчас начнем повышать процент популярности народного движения Украины. Здесь, смотрите, доля электората перейдет из партий схожей идеологии. То есть мы заберем популярность у либералов и социал-демократов. Вроде как отсюда и должен быть Лукашенко. Он же социал-демократ, разве нет? И, ну, в общем, суть в том, что если бы все было правильно, он бы реально в этом моде был бы социал-демократом, как и должно было быть, то у нас было бы уже сейчас западная идеология, мы бы уже прожали бы кандидатство в Европейском Союзе. Но нет, мы должны париться из-за того, что у нас здесь Порошенко социалист. Чистый, не демократ, просто социалист. А такая фигня у нас. Ладно, жмем. Оп-оп-оп. А можно еще разок. Все. 24%. Ну и здесь давайте олигархам понизим. А еще раз можно? 11%. 9, 7, 5, 3. Все. Ну, отечество, кстати, 17% уже имеет. Социалисты 24%. Националисты у нас, кстати, никак не представлены, просто у всех тупо 0%. Вот так. Партия регионов здесь 30% занимает. Можем ли мы ее душить? Нет, особо не душится. Хотя я еще раз два раза прожал и 0,1% ушел. Ну, зря политику, конечно, потратил. Да, квитти это такая себе задача, не самая простая. Потому что нам нужно еще разгонять идеологию. А здесь нам нужно, чтобы статус соперничества был не баланс, а он склонялся в сторону Европы. Это где можно сделать вопрос? Скорее всего здесь, западная доктрина. Да, видите, движение в сторону Запада. Нам точно нужно сейчас сюда вот выходить. Это да. Иначе мы просто не нагоним процент поддержки западной идеологии. Так-то процент партии мы нагоним, но из-за того, что идеологию поддерживают мало народа, и партию, соответственно, тоже поддерживать новые люди не будут. Поэтому нам нужно выйти еще в западную доктрину. Ну чё, пока что сейчас с олигархами разбираемся до конца. Программу восстановления экономики все-таки сейчас я еще возьму. Потом борьбу против бюрократии за кадром. Потому что здесь мы опять эти самые реформы проведем, и уже у нас получше будет ситуация. Кстати, при жесткой политике будет нормально. Стоимость противодействия коррупции улучшится. Но это опять же мы дебаф уберем. О, мы стали не державой, кстати. Мы были второстепенной державой, а сейчас мы не держава. Из-за этого прирост политики, кстати, упал. Да. Ну, то есть из-за этого долга, я так понимаю, да и там много чего на это влияет. Не стоило, конечно, так понимать, сейчас мучиться с этими партиями, раз мы упираемся в идеологию. Да, тут, конечно, на самом деле, это, походу, была ошибка. Нафига это я сделал? Реально. Не, ну, конечно, популярность таки надо было набить этой вот партии, да и снизить остальным, но это, я так понимаю, оказалось не так уж и срочно нужно было делать. Первостепенная задача это как раз идеологию поднять, потом уже стоило с партиями разбираться. Ну, на будущее будем иметь в виду. Сейчас получили мы политику, кстати, за счет того, что вот тут вот взяли фокус этот. Теперь выходим в программу восстановления экономики. Потому что экономика Украины переживает спад. Старая политика все еще уступает древней экономической модели. Будущее Украины наступило сейчас, и оно должно восстанавливаться ради нашего народа. Кстати, нам здесь дает большой прирост поддержки нейтралов клептократия, смотрите. Угу. Чтобы избавиться от негативного влияния клептократии, в стране необходимо принять меры по борьбе с коррупцией. А насколько далекие меры? Потому что мы тут уже, знаете, неплохих таких результатов-то добились. Че, вообще что ли ее сгасить? Это очень жирно выходит. Просто поддержка, она очень большая в итоге получается. Нейтралов из-за этого. Без клептократии тут бы такого прироста б не было. А то здесь у нас взял Порошенко и стал олигархом. Самым настоящим, официальным в данной нашей истории. И поэтому нужно его убирать. Ох ты, как по деньгам, нифига себе расходы. Ё-моё, это расходы пошли за, кстати, соцобеспечение. Оно начало требовать очень больших денег. Угу, да, хорошо так начало. Образование, кстати, тоже что-то прям поднялось. Хотя тут у нас минималка уже стоит. Давайте минимальные пенсии отменим. Ну надо, да. Прирост политики, конечно, потеряем, но деньги сейчас у нас не так будет сильно убегать. Плюс, кстати, борьбу против бюрократии мы сейчас провели. Готов, все, пока здесь трогать смысла ничего нету. Ячейки получать, чтобы ВВП дольше росло. Давайте-ка в западную доктрину выходим. Запад поддерживал нас на протяжении многих лет. Настало время обратиться к ним за дополнительной помощью и улучшить наши отношения. Предоставленные нам западные доктрины делают его еще более привлекательным. Дальше, кстати, когда мы пойдем, здесь уже начинается вон какая приписка. Россия может начать диверсии. Тут и тут. Какая вот фигня имеется. То есть нас могут прям напрячь так с востока конкретно. Ладно, сейчас я накопил политки, что мы делаем? У меня же еще появились тут фабрики, 9 штук, кстати, уже из-за торговли 5 получаем. Румыния, Молдова закупают у нас ресурсы. Давайте повышаем налоги. 20% уже мы взяли. Что по деньгам? Опа, мы в плюс вышли. Вау. Не, ну сейчас-то уже уровень другой. Сейчас-то уже можно и на 20 в плюс выйти. Фабрик при этом 8. Все, мы можем реально сейчас давить теперь. Давайте, 25%. Ну, это уже как бы, да, 7 фабрик. Но по деньгам прирост должен быть хороший сейчас прям вообще. 0,14, а? Уже прощелкал бы я там до максимума на самом деле. Но 30 это, мне кажется, многовато, если так посмотреть на Европу. Ого, Польша, ничтожная коррупция. Это минимум самый. Офигеть, уважаю.
Так, что у вас тут по налогам? 23% Чехия, 30% Германия, 37% Франция, 39%, 40% вообще. Испания 20%, Британия 26%, Дания 32%, 30%, Швеция, Норвегия 44%, а в России 12%, Беларусь 23%, Казахстан 10%, Узбекистан 24%, Кыргызстан 12%, Таджикистан 11%, а Туркменистан 15%. А в Китае 18, а в Америке? Ладно, 34. Так, ну что, значит, можем все-таки до 30-ки-то поднять, а? Фабрики-то у нас появились, я смотрю. И давайте мы сейчас эту одну еще достроим, и тогда я уже повышу. Да, до 30-ки. Как раз политка накопится, да и денег у нас будет нормально. Мы сможем сейчас эти деньги уже тратить на покрытие этих самых у нас долгов. Хотя процент, процентная ставка, смотрите, 0,8 стала. Мы как-то так скакнули на хороший уровень, походу, что, когда две фабрики получили. На какой-то мы уровень экономики сейчас скакнули, из-за чего у нас процентные ставки сильно упали. А также, ну, налоги начали приносить ощутимые деньги. В начале серии, если бы я так повысил, тут бы разницы бы особо мы не почувствовали бы. Может, в ноль бы вышли, но в такой плюс бы жирный бы никак бы не вышли. С таким-то процентом. А сейчас и ставочки меньше процента. Так ты смысл гасить долг нету. А реально, 0,8%. Это ж вообще фигня. Инфляция больше, чем эти процентные ставки. Поэтому политку, наверное, куда-то мы в другое место засунем. Ну, например, куда-нибудь. А тут все нормально. Ну, сюда деньги можно, кстати, пустить. Давайте гражданскую фабрику строить. Также, раз доход у нас хороший, мы можем спокойно взять улучшенное центральное управление. Ого, расход 0,09. Видите, все подорожало. Все просто подорожало. И что, мне это реально брать сейчас? Не знаю. С таким-то подорожанием жирновато будет. Хотя бюрократия 0. Ты что, баг что ли такой же? Ну-ка, возьму сейчас. А оно, походу, баганул здесь тоже. 0,08. Смотрим, бюрократия, расход 0. Да, как и в Нигерии, сейчас бюрократия не требует денег на содержание. Это какой-то баг очень странный, но он, конечно, крутой в данной ситуации. Но написано, что требует денег, а на самом деле не требует. Я так-то мог взять это еще раньше тогда. Ну ладно, зато сейчас у нас появился большой прирост, почти трешка политки. Давайте выходим дальше. Кстати, можно уже насчет НАТО подумать. Ну, пока что лучше более тесные связи с ЕС и пока позаниматься политикой мирной. А потом уже НАТО. Пока Россию лучше, конечно, не тревожить. Вы должны объявить о своих намерениях присоединиться к Европейскому Союзу. Эти соглашение инициирует более тесное сотрудничество с европейскими странами и их экономиками. Однако на данном этапе мы являемся не более чем страной-наблюдателем. Пришло время подтолкнуть нас к тому, чтобы изменить это и исправить ситуацию. Евроскептицизм уменьшился на 10%. Мы, кстати, у Европейского Союза тоже. Все текущие потенциальные члены Союза, так сказать, потеряют 5% евроскептицизм. Потому что, видите, желание со стороны идет на вступление в Европейский Союз. Значит, все у них хорошо, все, скептицизма нету. Давайте, погнали. Углублять связи с ЕС. Ого, кстати, у нас максимум производства 85%. Там от украинских реформ плюс 15 нам еще дало. Нормально. Сейчас я поставил на ПТОР и ПЗРК, потому что их вообще не хватает. Там итог пока нормально. Но пока не убирают 3 военных завода отсюда, потому что, ну, они нужны здесь. Запас винтовок лишним точно нам не будет. Потом новенькие изучу, их поставлю. Пока что давай здесь по единичке пускай стоит. Фабрика у нас сейчас, конечно, 5. Угу. Ну, от торговли много зависит. Да, много зависит от торговли. Туркменистан. Все, Молдавия, Румыния отвалилась. Туркменистан берет у нас сталь. Ну, мы 9 продаем. Больше 20 стали станем. У нас фабрика от этого не увеличится, потому что они закупают даже то, что есть у нас. Зато денег больше станет. Тут как бы да. Сейчас по доходу 0,11. А гражданскую промышленность можно здесь взять за небольшую сумму денег в аренду. 3 штучки. О, нормально. Когда есть деньги, можно постоянно, пока это прожимать, и вообще жить припеваючи. Все, мы взяли уже более тесные связи с ЕС. В следующей серии мы возьмем соглашение об ассоциации. И уже, наконец-то, поменяем эту партию на прозападную. Пока что с вами я попрощаюсь. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, скачивайте моду на русском языке, нашей группы ВКонтакте. Пишите там вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Также ставьте колокольчик, включайте все уведомления, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классный бонус. Также играйте в мультиплеерные партии или просто общайтесь на наших серверах в Дискорде, ссылки в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер, спасибо большое за просмотр. До встречи.